Сегодня мы опять будем рисовать. А что? Вы увидите это чуть-чуть попозже. А сначала подпишитесь на мой канал. И начинаем вместе с вами рисовать. Вот такой мальчик на коньках. Это я нарисовала, а рисовать мы будем сегодня другое. Сначала мы рисуем. Такой вот набросок небольшой. А вы попробуйте догадаться, что мы с вами сегодня рисуем. Рисуем вот с этой стороны. Такую же форму рисуем, стараемся повторить. Только в обратную сторону. В другую, то есть. А вы уже догадались, что это такое? Сейчас мы будем рисовать подошву. Теперь рисуем лезвие. Как думаю, вы уже догадались, что это коньки. С вами рисуем сегодня коньки. И второй тир рисую. На втором коньке тоже самое.
шнурки. Здесь вот сначала перерисуем. Так вот, здесь такие вот шнурки будут. Продеваю в каждый этот, как будто зашнуриваем коньки. Еще один остался. Теперь следующий ботинок рисуем. Так вот. Здесь рисуем такую линию. Далее. Вот здесь вот рисуем. Вот у нас уже начинает получаться похож на хоккейный ботинок, и под шнурки рисуем. И далее рисуем сами шнурки уже. Такие вот у нас шнурки получились. Такие у нас коньки получились. Это коньки фигурные. Будем разукрашивать. Здесь вот раскрасим. Это у нас будет правильно. Он у нас будет желтым цветом. Здесь мы тоже, соответственно, красим желтым цветом. Я буду коньки красить вот такого цвета. Какой это, ребята, цвет? Фиолетовый, правильно. Видите, что я уже их раскрасила чуть-чуть. Почти докрасила. Сначала я сделать хотела их фиолетового цвета. Ой, белого цвета, но потом решила сделать фиолетовые. А хотя коньки можно ставить и белого цвета, можно сделать их вообще разноцветные. Коньки бывают тоже разных цветов, но я вот захотела сделать вот такие вот фиолетовые. Теперь мы будем красить сами лезвие. Лезвие мы покрасим вот в такой цвет. Какой это цвет? Голубой. Правильно. Лезвие у нас будет с вами голубого цвета. А вы, ребята, катаетесь на коньках? Умеете ли вы кататься на коньках? Пишите в комментарии.
Вот такие вот у нас коньки получились с вами. Я решила все-таки сделать чуть-чуть красного цвета добавить, чтобы они были поярче. Вот такие вот у меня, ребята, получились коньки. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь.